Вы многим мне писали: «Кент ПК, что же ты за скотина? Оставил чемпиона мира и чемпиона страны без ножа». Мало ли кто не видел прошлое видео, то я там зашел на канал киберспортсмена, прокачал его, но, к сожалению, ему нож не выпал. Ну что же, прямо сегодня мы проверим, что же это за чемпион мира и за чемпион страны Азербайджан. Поехали! И перед началом данного видеоролика хотел бы вам разыграть бесплатно нож Kunai Poison за 1500 голды. Чтобы получить, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, посмотреть все видео без перемоток, и в-третьих, написать хороший комментарий плюс свое ID. Всем желаю удачи. Как обычно, залетаем на G-стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Кент ПК на проводе, и прямо сегодня я играю против чемпиона мира и чемпиона Азербайджана по стендов 2. Рамиль, поздоровайся. Всем привет. Короче, ребят, Рамиль мне говорит: «Кента ПК, колоди тябуха». Значит, ты снял видос, как зашел на мой аккаунт, а нож мне не подарил. Я говорю: «Рамиль, мы это исправим». Прямо сегодня я вызвал на дуэль чемпиона мира на нож. Посмотрите, ребят, у него нету ножа, но прямо сегодня мы постараемся это исправить. Поэтому, Рамиль, если ты мне побеждаешь, то ты получаешь нож. Если ты проигрываешь, ну хотя вряд ли ты проиграешь, но мало ли, если ты проиграешь, то ты получаешь по лбу. Ну пол, да? Рамиль, я расскажи, понял. В каком самом популярном клане ты играл? Я играл в 2006 году в клане К7. В каком? Мне послышалось в 2006. В каком году? В 2017 году. Ребята, просто представьте, Рамиль в 2017 году играл в клане К7. Я просто в шоке. Ну и, естественно, в 2017 году он был чемпионом мира по стендов 2. Я просто в шоке, ребят. Вот это олдфак, о котором никто никогда не слышал и не знал. Потому что о нем просто все взяли и забыли. Но, ребят, но только не Кента ПК. Попрошу обратить внимание на его клан. Его клан называется Best Азербайджан Team. Лучшая азербайджанская команда. Так, ну что же, ух ты! Ты шо ж так? 1-0, вот тогда нормально головка пошла. Слушай, братик, ну я же немножко насерил себе штаны, ну вот ничего страшного. Чего? Да ты так всегда делаешь, да? Да. Братик, ну чуть-чуть настерить штаны можно, правильно, чтобы было тепло, правильно, братик? То есть зима, ты сказать, внутренний подогрев. Используйте лайфхак. Так, ну ладно, ребята, пока что счет 1-0, я побеждаю, но, скорее всего, это последний раз, когда я вас замочил, потому что, ребят, Рамиль — это просто имба. Его можно назвать, знаете как, машина для убийств. Он играет очень-очень хорошо, он киберспортсмен, и каждый день он по миллиарду часов задротит стендов. Ох, 2-0, ребята, зашла головка! У-ху! Ништяк, так, ну что, Рамиль, 2-0, слушай. Вот прямо сейчас Рамилю хватит на нормальное оружие. Вот прямо сейчас-то и пойдет камбэк. Вот сейчас Рамиль-то утрет мне нос. Ребят, я считаю, что пора прекращать смеяться, надо играть на всю силу, потому что Рамиль зол. Рамиль, ты зол? Да. Рамиль, с кем счетом ты меня планируешь выиграть? 7-4. 7-4 хочешь меня выиграть, да? Да. Блин, брат, походу ты мне и выиграешь. 7-4, ничего себе ты жесткий. Так, ребят, пока что счет 2-1. Рамиль реально киберспортсмен. То есть я вижу по его игре, это не какой-то нубущенный. Это реально тот самый чемпион мира. Блин, брат, каково это было быть чемпионом мира? Расскажи, какие у тебя были чувства на тот момент? Это первое дело успехи, второе дело профы. Профы? Оп, убить, 2-2! Не, слушай, Рамиль, ну это запрещено так резко камбэчить. Рамиль, ну ты адекватный или как? Ёханый бабай. Вот это, ребят, я понимаю, вот это Рамиль имба. Так, ну что же, продолжаем дальше. Рамиль, если ты меня побеждаешь, ты получаешь что? Ты получаешь нож. Ну-ну-ну-ну! Не, слушай, я не знаю, у тебя читы или что? Как ты узнаешь, что я там нахожусь? Это нереально, это просто нереально, ребят. Я просто умываю руки, как он это делает, брат, ты реально жесткий киберспортсмен. Просто против тебя играть для меня это честь. Для тебя это такое, да? Ну, для меня это тоже честь. Ох ты, ёханый бабай, так. Рамиль, слышно, может быть, не дружить дружно? А? Давай. Да ладно, я шучу. Ого, нормально. Ой, ля, он купил АВМ. Мне задница. Блин.
Ёханый бабай! Рамиль, сколько у тебя хп-то? Фух, нормально, 3-3. А, ты подумал, что я был слева, брат? А я просто как человек-молния взял и спрятался от тебя. 3-3. Не, я скажу так, ребят, я чувствую то, что у Рамиля реально есть дух, потому что он просто на агрессии влетает. Ему не важно что, не важно как, он просто берет на агрессии влетает и пытается меня мочить. Рамиль, может быть, ты мне пощадишь или нет? Ну ладно. Ну ладно. Блин, братан, я тебя люблю. Так, ну что ж, поехали. Кстати, Рамиль, слушай, ты хорошо играешь. Может быть, ты хочешь вступить в клан Маслята? Давай, я не против. Ну, брат. Ооо, голубка прошла, голубочка прошла, 4-3. Опупить, что я творю? Рамиль, ну это законно вот так вот играть, как я? Блин, я просто в шоке. Ну я скажу честно, это было на лаке. Ну как, это было на опыте плюс лаке. Так, ребята, счет 4-3, мы играем почти наравне. Слушай, так а может я буду чемпионом мира, как думаешь? Ну, возможно. Слушай, если я выиграю тебя, получается, я новый буду чемпион мира Азербайджана или как? Возможно, если перейдешь к нам в Азербайджан. Ох, ёханый бабай, нормально. Что я творю? Вы это видели, ребята? 5-3! Это просто легенда, просто легенда. 5-3. Я не понимаю, как я это делаю. Спасибо вам, мои руки. 5-3. Так, Рамиль, давай собирайся, потому что сейчас никто не поверит, что чемпион мира. Братик, давай собрался. Режим Халка включай и поехали. Так, ребят, пока что счет 5-3. Я скажу так, это очень даже неплохо. Для меня это реально хороший рекорд. Это значит, что я не полный нуб, как вы пишете в комментариях. Так. И что же мы тут видим? Что же мы тут видим? А мы тут видим, что Рамиль хочет получить хедшотик. Тише. Ох, жестко. Братик, тебя слышно. А ты как, мя? Через стенку замочил. Не, братан, слушай, вы что, там изображение все с щитами играете или как? Ты как это сделал, брат? Вот это он машина, я просто в шоке. Ребят, как вы думаете, кто же победит? Прямо в эту секунду напишите об этом в комментариях. Так, ребят, мы пока что не расслабляемся. Счет 5-4. Полетели. Блин, мужики, это прям очень-очень жестко. Поехали. Счет 5-4. Собрались! Ну ты куда? Прям по моим ногам больным попал-то. Ёлки-палки, 5-5, блин, мужики. Давайте больше не будем ему поддаваться. Все, играем на всю силу. Поэтому, Рамиль, ну, говорится, пусть будет сильнейший. Рамиль, расскажи, как давно ты смотришь мой канал и являешься моим подписчиком? Я смотрю твой канал год с чем-то. Сразу, когда увидел, что мне понравилось. Я подписался. Ай! А ты как так? Я ж флешку кинул! А как она тебе не слепила, слышишь? Ты как я это делаешь? Что-что? Я прифовал тебя. Прифовал? Я был... Обалдеть, ничего себе. Не, ребят, я явно вижу. Я явно вижу то, что Рамиль киберспортсмен. Рамиль, ну ты реально машина. А как ты узнал, что я нахожусь? Это нереально. Да, да. Это просто нереально. Братан, ты просто машина, я в шоке. Вот это Рамиль топ. Не, так-то Рамиль, красава, красава, очень хорошо играешь. Так, все, ребят, поехали. 5-7 и походу хэштег минус нож, потому что Рабиль просто взял и сделал 7 очков себе. Эх, Рабиль, Рабиль, ну как-то не стыдно. Так, все, ребят, не дезаморалимся, поехали, потому что, ну, говорится, кто дезаморалится, тот, ну, болимый. Ого, попал! Обалдеть. Ого! Что я творю? Ты это видел, брат? Ты это видел? Обалдеть! Слушай, а может и мне тоже киберспорт пойти? 6-7, ребят, очень напряженная битва. Битва против чемпиона мира, блин. Я надеюсь, что у меня все выйдет. Я буду играть просто как никогда. Я буду максимально стараться, ребят. Все, поехали, не палимся, не топаем. Обалдеть, ребят, он тут. Он нахрен тут? Нет, Рабиль меня замочил, ребята. Минус нож. Ну что же, Рабиль, я тебя поздравляю. Пусть подписчики сами напишут в комментариях, какой нож тебе подарить. О, вот это было бы круче всего. Поэтому, ребята, прямо в эту секунду напишите, какой нож подарить Рамилю в комментарии. Ну что же, с вами был ваш Кентуха. Также с вами был действующий чемпион страны. Ну, я считаю, Рамиль, это неплохо, как ты считаешь? Ты чемпион мира и чемпион страны, и 8-6 ты меня выиграл. Ну, блин, братан, неплохой счет, скажи честно. Неплохой, нормально. Так что, ребята, прямо в эту секунду напишите, какой нож подарить Рабилю в комментарии. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.